Теперь о спорте. Параатлет сборной России и Архангельской области Александр Еремчук победил на чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике. Наш спортсмен взял золотую медаль на дистанции 3000 метров с личным рекордом, пробежав за 8 минут 8,36 секунды. При этом Александру не хватило чуть больше секунды до выполнения норматива мастера спорта по здоровым спортсменам. К медали чемпионата Александр Еремчук добавил золото традиционного пробега Пулково-Пушкин на дистанции 10 километров.